Всем привет, меня зовут Мария Спринг, и добро пожаловать на мой канал. И сейчас я вам расскажу много чего интересного, так что пока буду рассказывать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, я все комментарии читаю, на все отвечаю, поэтому давайте с вами общаться. А сейчас я нахожусь, как вы видите, сегодня 20 декабря, зима, а я все-таки раздета, и сейчас я нахожусь в Доминикане. И мы прилетели из Лондона вчера, 19 декабря. Вы знаете, мы прилетели, и я получила кучу сообщений от моих друзей, которые говорят: слушай, говорит, тебе повезло, что вы улетели. И в смысле повезло? Говорит, сейчас что, кто-то запрещает летать? Говорит, да, вот именно со вчерашнего дня, с 19 декабря, Борис Джонсон анонсировал то, что с сегодняшнего дня будут закрыты, будут закрыты, а Лондон, именно непосредственно Лондон и ближайшие его районы, Кент, южные еще регионы, будут переведут Tier 4. Tier 4 – это максимально высокая ступенька, самые строгие ограничения. До этого была только трехступенчатая система ограничений: Tier 1, Tier 2, Tier 3. И вот сейчас в связи с новым обнаружением, новым штампом коронавируса, с большой заболеваемостью новых случаев, точнее, решили все-таки сделать такой полный локдаун по регионально. Что, конечно, шокировало всех, потому что на неделе Борис Джонсон говорил, что никто Рождество отменять не будет. И поэтому все ждали Рождество и ждут, наверное, Рождество, и что с 23 по 27 декабря будут послабления, что могут друзья встречаться со своими родственниками, тремя семьями собираться вместе в течение 5 дней. Но сейчас, с сегодняшнего дня, все это отменяется, и это сделать невозможно будет. Люди просто в шоке. Я вчера, когда открыла свой Facebook, открыла новости, комментарии просто сыпятся о том, что говорят, как вот такое могло произойти. На самом деле, пятница была последний день, когда дети заканчивали, большинство детей Великобритании окончили свою учебу. И родители многие забронировали поездки куда-то, именно в теплые страны, к своим родственникам, да просто по Англии. Сейчас, к сожалению, это сделать невозможно. Просто люди в шоке, потому что у всех купленные билеты, все забронировано, все уже готовятся. То есть Рождество, на самом деле, это первый праздник, ну не первый, это, наверное, самый главный праздник для британцев. И его ждут, готовятся, я не знаю, наверное, уже с сентября месяца. Сейчас, честно, я сама в шоке. И на самом деле, я живу в Британии с 2013 года в Лондоне. Всегда как-то немножко оставалась в стороне от всего, не старалась не осуждать, не комментировать происходящее, потому что я все-таки как иммигрант, который, наверное, не имеет права что-либо комментировать и аргументировать. То есть я приехала, я должна, скажем, подчиняться этим правилам, хотя бы их следовать и не нарушать, что я, в принципе, и делала. Но сейчас, знаете, наверное, не осталось ни одного человека в стороне, кто бы, наверное, не прокомментировал данную ситуацию. Шок для всех. Помимо того, что вакцинация, выход Британии из ЕС, обнаружение нового штампа коронавируса. И сейчас просто еще Лондон и многие регионы переводят в Tier 4. Отменяют Рождество. Ну, на самом деле, друзья, что может быть хуже? Я даже не представляю. Ну, никогда не говори никогда. Я искренне надеюсь, что ничего другого и больше не будет. Ничего произойти, наверное, не сможет, что может быть хуже. Честно, на самом деле, я очень, наверное, себя считаю счастливчиком, потому что я имею возможность находиться здесь. Потому что я, наверное, мы, наверное, одни из последних, точнее, вчера мы прилетели сюда, кто имел возможность покинуть Британию до введения нового локдауна, нового карантина, этих ограничений. Потому что, на самом деле, очень забавно. Мы, когда вчера вылетали из аэропорта в Гатвике, все работало, и рестораны работали. Думаю, боже, как это все открыто? В Лондоне закрыты рестораны, а в аэропорту в Гатвике работают. Но потом я поняла, что Гатвик, он находится в Tier 2.
в ТР-2 в регионе. То есть получается, грубо говоря, Гатвик аэропорт, как мы уже знаем, что в Лондоне есть много аэропортов. И вот, допустим, я сейчас буду приводить примеры Гатвика и буду приводить пример Лютона. И получается так, что в Гатвике он сейчас на сегодняшний день остается в ТР-2, что, пожалуйста, путешествуй. Но Лютон как вместе с Лондоном перешел в ТР-4. В ТР-4 получается, что вылетать нельзя. Что еще Борис Джонсон сказал, что передвижение между регионами, то есть ТР-4, в ТР-3 ты не можешь передвигаться, что это будет наказываться. Как это будет наказываться, пока непонятно. Говорят, что будут стоять какие-то проверяющие на границах и на дороге, и в аэропорту. Честно, пока не знаю. Люди очень переживали, вчера это обсуждалось, потому что как можно было сегодня улететь. Но, как уже известно, я знаю несколько людей, которым все-таки удалось покинуть Британию именно сегодня, в первый день введения новых правил. Скорее всего, просто еще нету, наверное, не ввели этих рычагов контроля над этим всем. Честно говоря, не знаю, что будет. Многие брали еще попозже, на завтра билеты, на 23-е, 24-е, чтобы успеть к Крисмасу вернуться к своим родственникам, родным. Честно говоря, даже не знаю, не предполагаю, что будет. Я уже боюсь на то, что просто люди выйдут, начнут митинговать. Потом такого разворота событий, наверное, не ожидал никто. Ну, что самое интересное, вот перед тем, как я записываю этот эфир, я зашла на новости BBC, и сейчас говорят о том, что будут вводить Голландия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия. Это вот те 5 стран, которых я уже непосредственно знаю, также еще Австралия, которые собираются вводить ограничения по отношению к Великобритании. О том, что самолеты и путешествующих из этих стран не будут впускать в Европу, а также в Австралию. Как это будет дальше, я не знаю, честно. Вот я вот сразу записывать эфир, хочу с вами услышать ваше мнение, как вы считаете, что происходит с вашим Рождеством, какие у вас планы. Как вы реагируете ли в Лондоне? Скажите, пожалуйста, чем отличается, допустим, ситуация неделю назад, а сейчас? Люди как и бежали в этот шопинг, так и бегут. Ну да, вот говорят, что вчера люди так же продолжали. Но, скорее всего, из-за этого того, что вот очень много людей начало на выходных на Оксфорд-стрит идти покупать эти подарки своим друзьям, знакомым, родственникам. И вот именно вот это, возможно, нас подвигло то, что Лондон снова передвигают, не снова, а точнее впервые передвигают на вот этот вот ТР-4. ТР-4 это означает, что как полный локдаун, только локдаун был до этого национальный, а сейчас он региональный. Поэтому, друзья, давайте сейчас обсудим, я буду завершать. Я хочу услышать ваше мнение, ваши комментарии, что вы думаете по поводу этих всех ограничений. Закончатся ли они 30 декабря или будут продлены дальше? Что будет со школами? Вернутся ли дети после школы или перейдут снова на онлайн обучение? Как вы думаете? Вот давайте рассуждать и будем дальше, я буду вести эфир, будем смотреть все события, комментировать, что будет происходить, все анонсы. Потому что, честно говоря, мне самой даже неудобно, находясь вот здесь, в теплоте, наблюдать за моими друзьями, за знакомыми, да просто за вами, когда я читаю эти комментарии и говорю, что, блин, реально хочется напиться от того, что вот такое происходит, что многие не могут поехать в отпуск, не могут поехать к своим родственникам, да вообще никуда не могут поехать погулять, потому что вот такие ограничения. Так что давайте, пишите свои комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все новые новости, события, да просто будем общаться. Так что... Всех обнимаю, пожалуйста, до следующего эфира.